Канал «Мама Эля» представляет. Жили-были в нашем дворе курочки да петух. Хорошо жили, травку кушали, зернышки клевали. Да вот не было у них цыплят. Ни одна из куриц не захотела высиживать яйца. И вот однажды папа Дима решил купить инкубатор. Инкубатор – это такая полезная вещь, которая высиживает цыплят вместо курицы. Просто закладываешь туда яйца, включаешь его, и через 21 день начинает вылупляться цыплята. И вот наступил этот долгожданный 21 день. На свет появился первый цыпленок. За ним сразу же второй. Потом третий и все остальные. Под лампочкой они обсохли и стали бегать по коробке, клевать корм и пить водичку. Серафим с Тимошей первый раз в жизни увидели таких маленьких новорожденных цыплят. Какие же они милые, эти цыплятки! Такие маленькие, разноцветные пушистики! А тем временем, пока цыплята сидели дома в коробке, папа с дедушкой приступили к строительству курятника, в котором будут потом жить эти цыплята.
Дорогие друзья, если вам интересна дальнейшая судьба этих цыплят, то подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Желаю всем удачи! Пока!